Приветствую вас, друзья! Сегодня я хочу сделать очень уловистую снасть для ловли окуня. Для этого нам понадобится леска диаметром 0,14, мормышечка, крючочек с уже надетыми на нее бусинками. Вот такого вот плана. Крючочек должен быть остренький. Мы будем ловить на него окуня. Окунь очень любит такую снасть. И с десяточек маленьких бусинок красного цвета. Для этого мы берем нашу основную леску. И привязываем нашу мормышку. Продеваем леску в отверстие чтобы жало крючка смотрело вверх к удочке и теперь вот отмеряем около 20 сантиметров лески чтобы был запас для того чтобы мы в дальнейшем могли на нем связать нашу оснастку. И вот как меня дед учил, так я и привязываю. Крючок. Делаем петельку несколько раз, около 6-7 раз обворачиваем вокруг цевья крючка. И свободный конец лески продеваем в петельку. Конечно же, перед затягиванием все узлы нам нужно смочить. Вот такая вот мормышечка у нас получилась, уже привязанная. Далее нам нужно надеть на свободный конец лески бусинки. Длину выбираем сами. Средняя длина должна составлять около 3-4 сантиметров. Такая вот будет интересная снасть, напоминающая волосяную оснастку. Можно здесь уже закрепить это все, но для эффективности я хочу еще наконец привязать маленький крючок. Он придаст дополнительной игры этой оснастке, и я уверен, что окунь будет отлично отзываться на такую снасть. Вот. Теперь обычным узлом универсальным привязываем наш крючок. Продеваем леску в ушко крючка, делаем петельку и теперь оборачиваем свободный конец лески вокруг цевья около 6-7 раз. И затем вставляем в нашу петельку. Смачиваем и затянем. Вот такая вот замечательная снасть у нас получилась. Друзья, уже завтра выйдет мое новое видео с очень уловистой снастью, и она 100% будет вам полезной. А чтобы увидеть ее первым, всего лишь нажми на подписку и на колокольчик. Увидимся завтра.